Нет, не хватит. Так, значит, что мы сейчас сделаем? Мы сейчас по-быстрому, я повторяю, заглянем. Падла, я не знаю, вот по пути, если будет магаз какой-нибудь, заглянем обязательно. Отправляемся за шмотками. Вот тот козёл мне нет. Блин, уехал, ну ладно. Так, нам самое главное тачку отработать, а лучше мотоцикл. Что-нибудь побыстрее такой. Ну ладно, вот этот огромный... Стой, пожалуйста. Одолжи мотоцикл, а ну пошел, или кто ты, бабы? Быстро гоним отсюда нафиг. Быстро, пока он... Да, вот такой номер сложно запомнить. Капсук тоже не работает. Украинская машина проехала. Тут даже не слетел. Зеленый наш, надо успеть проскочить. Извините. Вон там магазин. Торговый центр, походу, какой-то, да? Ой, что это было? Давайте заглянем. Может быть, здесь нам удастся немножечко отовариться. Добрый... О, да, тут, походу, смоки. Ну, знаете... Только я не знаю... Цены тут, почем у них? Чего? Вы что, охренели? Какого хрена, бабушки нет денег? Это чё вообще? Это только пиджак столько стоит. $4000, это вообще, вы вдумайтесь, это сколько это? Из золота, что ли? Не пойму, что это такое вообще? Это... Пошли в жопу, короче. Блин, ну слушайте, что делать? Это я не смогу выполнить задание, если я, во-первых, не заработаю. Слушай, а ну-ка, если я... Не, что-то нельзя ствол взять. Музыка знакомая играет. Ладно, гоним. А, ну, во-первых, сейчас залезем домой, зайдем к себе домой, посмотрим, может быть, там найдется что-нибудь подходящее, я надеюсь. А если найдется, нам, бляха, я не знаю, что нам делать. Тогда придется зарабатывать бабла и прочее. Придется как-нибудь... Там у них что, интернет не врубили? Что-то у нас... Так, веб-сайт за 2 минуты. Деньги, услуги. Директор. И что тут делать? Так, во-первых... Подожди, во-первых... Во-первых, YouTube, да, во-первых, YouTube. Надо убавить музыку поэтому. Далее опять украинская машина. Так, вот так. Во-вторых, в-третьих. В-четвертых, в-пятых. Блин, опять лаги какие-то ссаные, между прочим. Все, мы приехали к себе. Вон сколько тачек уже насобирали. Это машина жены, походу. Идем, блин, да харе, успокойся тоже. Нормально. Пришел. О, аптечка. Отлично. О. My baby. Что у тебя не так? Ладно. Еще дополнительное задание какое-нибудь даст. А, нам надо сейчас подняться, походу, наверх. Да, это вот сюда. Далее. Оу. Как ты соблазнительно. Ладно. Ох, сейчас мы сохраним игру. Во. Смотрим. Костюмы. Отлично. Пиджаки. О. Надеваем. Круто. Брюки. Оу, жилет. Какой жилет? Жилеты, свитера. Брюки. А где этот? Обувь. О, нет, это не то. Черные кожаные туфли. Отлично. Рубашечки. Нет, это не то.
Очки, да. Темный, да? Это ничего. Ага, значит, вот эти берем. Все. Пошли телок кадрить. Надо сохраниться, правда. Рядом с этой толстушкой. Прям в одежде. Отлично. Так, ну чё? Сохраняем. Да. Все, вставай. Поднимай свою задницу и погнали. Навстречу приключения. Ребятушки, это что за конструкция? Кстати, тут где-то гараж у него, да, есть, я так понял. Ладно. Садимся на мега-мотоцикл. Ну, не мега, конечно, с дисковыми тормозами. Да, не все такие. Чё-то лаги начались. Бывают у меня глюки какие-то непонятные, что-то прочее. Да, началось у меня. Ладно, пойду хряпну. Нет, нет, сначала мы сейчас... Давайте отправимся вот к шлюхам вот сюда. А это что такое? Т какая-то странная. Ну ладно. Так, отправляемся на задание. Отлично, сейчас. По-быстренькому... Так, стоп, не туда куда-то поехал. По-быстренькому сейчас доберемся. Вот сэкономили на костюме, да? А что там экономить? Нам там 3000 не хватало. Это, блин, 70%. Так, а нет. Вот тут, как видите, ножницы нарисованы. Кстати, что это значит? Так. Парикмахерская. Ну да, логично. Оп. Осторожно. Осторожно. А вот банки тут всякие есть, как вы думаете? Да, по-любому есть, но где вот вопрос? Вопрос только где? Лаги, уйдите в жопу. Нормально, в костюмчике так. Самое главное, чтобы не испачкать. Все. Нет, еще дальше едем. И вот... какого хрен? Че ты тут поворачивать начал, урод? Офигеть! Чувак подозрительный в костюме на мусоровозе. Ой, подозрительно, ой, подозрительно. Ой-ой-ой-ой-ой. Урод, я за тобой еще вернусь. Козлы, а? На дорогу не смотрят. Какой-то тут мусорозавод, что ли, я не пойму. Грязь какая-то везде. Швейная фабрика тут. А, так, вот сюда, да. Я же говорю, швейная фабрика. Так. Эй, слушай. Что у тебя? Священный Грааль. Федеральное хранилище. Они говорят, его невозможно ограбить. Пока еще ни разу не удавалось. Послушай. Я как раз должен одному мексиканцу завести щепки, так что мне не до шуток. Какому? Что выбираешь? Да, согласен, кстати говоря. Let's go to Vangelico, buy ourselves an engagement ring. We're gonna need a crew. I can round up some of the old guys. There are no old guys. Moses, ironically, he found Jesus. All those Irish crazies, they mostly just disappeared. That crew from the south, they all went down. There was an Eastern European guy making moves in Liberty City, but he went quiet. All right. Well, we're gonna need a crew. You got any contacts in LS or not? I've been working with someone, but they're too unpredictable. I'll have to reach out to some other guys. Я так понял, мне садиться. The shop's on Little Portola. Доберитесь до Rockford Hills на 3. You're back in business? FIB buddies?
What are you talking about? I checked out the WPP thing. Doesn't look like any WITSEC. Oh, you screwed up my car! Any WITSEC program I'm aware of. But for starters, they don't put witnesses up in multi-million-dollar mansions in Rockford Hills. Well, maybe they thought this would be the best cover. And most witnesses don't transfer five-figure sums into a particular FIB agent's bank account every month. Of course, the money gets moved around and washed through a number of fronts, but the trail is there. Deposits and withdrawals, the same sum every month. Agent Dave Norton, white middle-aged divorcee, сука, я не успеваю прочитать даже на дороге. Следишь, капец. Shooting of a notorious stick-up man, Michael Townley. Yeah, all right. Lester, I'm very impressed. Look, we can talk about this another time. Take these glasses. Он вообще-то и так в очках. They're fitted with a camera and a radio relay. I'm gonna run the operation from the car while you're in the store getting what we need. Ладно. Я? Не ты. Да. Тут, походу, детей с мало учат материться. What is all? Маленький козёл. Ох, как удачно. Отлично. Погнали. Сюда, что ли? Перемещение, масштаб Е. А, понятно, круто. That doesn't help. Go inside the store. А, все, понял. Че это такое? Case the joint. Подожди, я не понял, что произошло. Я F нажал, просто он в машину пошел. Ну, куда ты идешь? Ладно. Я так понял, с другой стороны, да? А, ёб твою. Вот ювелирный, ёкарный карась. Дайте мусорное ведро, он... Не пойдет. Вон там тёлочка. Подожди, а если я тёлку фотографирую? Ну-ка попробуем. Это не помогает, иди в магазин. Ладно. Ну иду, ёп... Блин, это тоже не вход, что ли? Я не пойму, ёп... А, вот, всё. Thank you. The alarm keypad is on the left when you come in, on the wall by the side door. You got cataracts? Alright, what do we got here? Surveillance and ventilation. Now all I'm after is the alarm. The keypad and we're done. Shots come through. Camera check. Alarm check. Vents check. Good work. Now speak to the assistant and see if there's anything else we need to know. Hey, beautiful. Hey, beautiful. I need to pick up a little something for the woman in my life. Well, one of them. Sir, I'm sure we can help you. Tell me about her. What's her taste? Cheap. Thank God. This ain't my wife we're talking about. I don't know. I don't want to spend too much. I'm thinking maybe... 10 grand? Our rings start at 8. Our pendants start at 12. All right. So these things built to last, or am I just paying for the Vangelico logo here? No. We use perfect clarity jewels. 18 karat gold, 950 platinum. Nothing but the best. All right. I think you just made a sale. I'm gonna take a look around, think about it, come back to you, baby. Don't go anywhere. I understand. Okay. Thank you, sir. You got it. Come back to me. Have a wonderful day. Валим нахрен, там бомбу установил. Чё за гей тут нарисован? Хорошо. Оп. Ура! О, я выносливость, походу, прокачал. Ну-ка.
Или что произошло? Хоп. Так, погнали. Перчик. Это ублюдок, а? Найди точку доступа на крышу. Чего, блин? Какой нахрен? Жопа в саже, смотрите. И чё такое? А как? Чё там у нас по заданию? Okay, my phone's telling me there's some construction around the corner, behind the shop. Let's go there. Отлично, мы прибыли куда-то. Сейчас попытаемся что-нибудь делать. I kept tabs on him for a while, needed to know that he didn't blame me. I saw a ladder. Climb up it and see if you can get to the roof. Yeah, where'd he go? North, south, east, west, wherever there were liquor stores to turn over and hitchhikers to disappear. Where did they bury him? They buried him? Not as far as I know. He's probably a John Doe then, right? What do you think? OD? Shootout? Maybe just a car crash, right? Anonymous charred remains on the highway? They only knew what a sick puppy they had on their hands. Где снайперская винтовка? Да, все тут для нас специально построили, открыли. Так я им и поверил. I need to know where the air coming out of those vents in Vangelico originates. There should be a unit above the store. Угу. Ну, тут будка какая-то, или электро что-то там. Вот же, понятно. Ну хорошо. Тут, оказывается, большая крыша, я просто не понял. Ладно. Чё, яйцами ударился? Походу. Так, наверх. Нет, это уже ассасин. Нет, паркур, конечно, Dying Light. Ух ты, еще раз, что? Я упал просто. С крыши. Подожди, а тут же магаз, да? Может, вот этот? Тоже нет. Может, он тот он? Большой ящик. Блин, ну ты, конечно, логика у тебя железная. Большой ящик на крыше. Да, он, блин, тупой. Ящик, блин, хренов. А это что, не ящик, что ли? Вот это вот. Кондиционер, хорошо, а это что такое? Блин, вот дебил, а, ёб твою, я не знаю. Давай вот все сейчас тебе перефотографирую. Вот ты это... Вот это... Вот это тебе еще. Ладно. Идем вот сюда, короче. Ой. Ай! Хаусима! Surrounded by that wall with the barbed wire up top. Get high and get a shot of it.
Right. You're well placed to take the photo of the system now. That's it. Take the shot and we're finished. We've got our shot of the Vangelico unit. Looks good. Okay, that'll do. Now come back to me before someone spots you. Да, беспалево. Слушай, а тут спрыгнуть можно как-нибудь быстрее? Это неохота чё. Ну ладно, погнали, все равно, в ту сторону. Так. Отлично. Паркурщик. Ну да, нигер тебя скоро позавидует. Чё-то мы меньше играем. Беспалево. Тут бегаю по стеклу, по крыше. Человек в пиджаке, ремонтник солидный пришел. Да, ну ладно. Давайте... Как по лестнице-то спускаться? А, вот так. Да ты-то чё там сидишь? Это я привлекаю внимание. Нормально, нормально всё, чё-то я не знаю. Где рабочий, правда, непонятно. Всё, чё тут как этот... Прям прыгай прям через лестницу и побежали отсюда. Всё, погнали. Take your glasses back. Let's go back to the garment factory. I called ahead and told him to start setting up the information. Да, доберитесь до швейной фабрики. Ну, сейчас болтать опять будут, ну, точно. Вот такую машину себе хочу. И калашечную. Это чтобы болтать меньше. Блин, ну, честно... А, Watch Dogs сейчас будет. Well, the more valuable merchandise is in the cabinets in the center of the store, by the register. So I'd start there. Glass in the cabinets wasn't bulletproof, means you could smash them easy enough, but the stones will be in the safe at night. So, we go in when it's open, then? Right. Once we melt down the gold, recut the rocks, that's an okay score. Yeah, shame we can't go in after hours, man. Those vents look promising. I might be able to flip that another way. Я же говорю, болтать буду сейчас. Wait till we get back. About the crew. Yeah? There's this kid who's been helping me. Maybe we could cut him in. I don't work with amateurs. He ain't an amateur. Or if he is, he's a gifted amateur about to turn pro. He's a good kid, Lester. You know what they say? It's your funeral. One of them, at least. Так вот, я тут врезался как-то раз, да? Вот ехали когда туда, в ту сторону. Это было из-за того, что... Я читал субтитры, ну и, собственно говоря, не увидел машину. В катсцену вписался. My workers have their uses. Okay, let me set this up. Понятно, что тебе переодевался, понятно. Nice to see the methods haven't changed. Well, gotta figure out what we're doing somehow. All the crews, the roles, prep work. Это вот это вот я со спутника фотографировал. So yeah, the methods don't change. Right, not for a pro. Well, mapping out the options, showing you all the angles, that's my area of professional expertise. Making decisions, that is your domain, my friend. Here. And there's two ways I see of doing this. We go in smart, or we go in loud and dumb. Remember the vents? If we're gonna be smart, we pump a little knockout gas through the air system, then hit the cabinets while everyone's out. You'll have to source the gas, of course, but crowd control won't slow you down, and that might improve the take. The cover is pest control, so no one will look twice when you're wearing gas masks. It means getting a pest control van, though. You go in dumb, and you'll need your, famous way with people and four carbine rifles. We can't buy them and risk them getting traced. No, 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 we've got to find some in circulation. It's awkward, it's, real awkward, but this is the gun favored by LSPD tactical team, so one of their vans is probably a good place to look. A hacker can disable the cameras. The length of time depends on their ability. The alarm will be operating on the same window. The exit strategy is more or less the same for both options. The driver you pick will, of course, source some bikes. You come out of the store and make your way through the new subway tunnel they're digging off the Del Perro freeway. You lose the cops in there and meet a truck in the LS River. All right, I want my guy Franklin on the getaway. He can handle a bike. All right, if you vouch for him, I'll take the risk. So how do you want to do this? Run in through the front door or try to play it smart?
Так, у меня не видно что-то. А слово вот это первое. Оленье. Блин, я не успел же. А, скрытым или силовым. Громко. Умно. Давайте умно. Ah, you've grown wise and cautious in your old age. Okay. Select personnel with that in mind. As ever, the better they are, the bigger the cut. Now the driver, they'll source the bikes, lead you out through the tunnels. Должен получать свою долю. Малоопытные сообщники просят немного, но могут сработать не... Блин, ублюдки, я не успел прочитать. Я вообще его пристрелю. Так, доля, доля, доля. А, типа доля 14% и 8%. Ну, вождение, самообладание, выбор ТС. Не, ну смотрите, это вообще неопытный, да? Блин, 8%. Ну, давайте вот это. Эдди Тоу, теперь вы можете рассчитывать на него, чтобы выйти из места. Now we're hoping to keep quiet, so this guy shouldn't make much difference. Блин, а этим платить? Да вы охренели. 14 плюс... Это 28% в сумме. Да вы офигели, что ли? А это-то кто? Скорострельность, выбор оружия. Блин, надо было наоборот того брать. Смотрите, вот тут назад есть. Вот этого давайте. Водила этого. Дальше. Ah, okay. This one's new blood. I've seen him drive, but I haven't seen him under pressure. Насрать. Хотя, знаете, погоня, по сути дела, главное, да? Давайте тогда... Нет, нет, давайте назад. Ой, нет, вот этого. А погоня, это ладно, если он будет вести. А тут пострелять-то мы сами справимся. Или... Да, точность, скорострельность. Ну, давайте. Ah, Norm. Came across as a bit of an idiot, but could be useful. Hacker. Back office, but this is the person who will determine how long you get inside. This guy, Ricky. Oh, I это... met him at the Life Invader office. He may not be that good, but he's enthusiastic. Порнухи накачает. Это этот, блин, какой-то, не знаю, неопытный школьник. Так. Вот девочка много просит, но я, пожалуй, могу и по-другому отплатить, правильно? Ну, давайте. Скорость доступа. Вот смотрите, вот 4% вот этот, и лучше его взять, чем десятку, потому что десятку он берет больше, но эффективности меньше, мне кажется. А девочки гораздо больше. Ну, давайте тогда. Harris, good, feminine touch. She'll be able to find any back doors they got. That look good to you? Are you sure? Вот это мне все-таки вот, я думаю, вот это. Все-таки, хоть я и говорю, что того лучше, но давайте все-таки может подешевле. Фелтс. Okay, he's not the best, but if you move fast, that won't matter. Все, короче, подтверждаю. Great. I'll do some research on a pest control van and the knockout gas, and I'll be in touch. Yes, good, good. I'll call you when everything's ready. You'll need to pitch it to the guys. Whoa, what? My rep don't count for nothing no more. You're a dead man, Michael. I'll call you. Отлично, уже вон закат, пока мы тут болтали. Е, 75% время маленьким не выполнил и как на картинке выполнил. Блин, 75% мне пишут, на 0 как бы я выполнил, что-то не, ну ладно. Hey, what's up? Hey, man, it's me, Michael. What's going on? Listen, I gotta get hold of the money for that house we pulled down, so I'm getting a crew together for, you can guess. The pay will be awful, and the risk will be high, but you might learn something if you're interested. Man, that's not exactly a great sales pitch, dog, but I guess I gotta start somewhere. Thank you. Maybe... Так, прошу прощения, не удалось дочитать. Ладно.
Да. Ну ничего, скоро у нас здесь нолики подбавятся, я надеюсь. Все, продолжим в следующей части. Части, спасибо, если вы посмотрели это видео целиком. Ну или просто нажали на него, а также большую... еще больше благодарность выражу тем, кто подпишется, поставит положительную оценку, и все. Всем пока.